Этот дом не просто работа. Инсталляция отображает душу художника, рассказывает сам автор Екатерина Стамова. Чтобы сделать этот домик, девушке понадобился пенопласт, полимерная глина, ДВП и немного терпения. Здесь есть все: окна, антенны и даже двери на петлях. Вот только открыть можно не каждую дверь. Как раз это и есть скрытые переживания, страхи и мечты молодой художницы. Открывается только одна дверь, которая ведет, вот, собственно, в само творчество, как бы то, с чем художник готов поделиться вот, буквально со всеми людьми. То есть, да, вот мое творчество, пожалуйста, то есть заходите, смотрите. Здесь вот мой маленький мир, в который я готова впустить каждого, чтобы все увидели. Арт-проект «На чистоту» стартовал еще в ноябре прошлого года. Более 40 художников подали заявки для участия в конкурсе. Однако в финал вышли не все. Только 10 человек осмелились показать какую-то часть себя. Автор проекта уверен, современное искусство в Крыму есть. Быть просто живописцем, графиком, работать просто у себя в мастерской уже не принято. Мы двигаемся в другом направлении. И чем быстрее Крым это поймет, тем быстрее у нас эти изменения будут заметны. И такие проекты, как «На чистоту», это будет не единичный случай. Это будет, собственно говоря, ряд выставок, которые мы сможем сравнивать и, соответственно, искать где-то достоинства, а где-то недостатки. В течение полугода заслуженные художники и дизайнеры всячески поддерживали участников. В любой момент каждый из них обращался за профессиональным советом. У всех по-своему необычная техника и подача своих идей и мыслей. Однако жюри уверено, с выбором финалистов они не ошиблись. Из тех 40 заявок, которые были поданы, выбрать тех, кто действительно открывает свою душу. Не просто технически что-то делает. Вот. Некоторые работы были технически очень великолепно сделаны, но было видно, что это просто красиво, но души там нет. Выставку работ финалистов разнообразили арт-проекты, которые выполнили члены жюри. Жители и гости Евпатории смогут посетить выставку до 29 марта. Основной целью организаторов было показать зрителям, что выставка – это не обязательно картина. Это может быть отдельный мир отдельно взятого автора. Фирида Якубова, Дмитрий Низовой, телеканал «Милет».